Костюм уже пообтерся. Можно залатать его в лаборатории. Какой Нью-Йорк без убогих наркодилеров? Если честно, не люблю я рынок лекарств. Особенно тот, что в подворотнях. Люблю я выбивать дурь из торговцев дурью. Написано. Мы оставляем за собой право не обслуживать преступников. Это же старомодное ограбление. А вот и ваш борец с преступностью. Что, больно вам? Ничего, полиция вас от меня защитит. Side of the Brooklyn.
и принес. Совет. Пока не научились как следует взламывать, не беритесь за взломы. Полеты на паутине ускоряют доставку пиццы. Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Мы пробуем улучшить наш новый протез.
Я должен просмотреть исследование Дока и перепроверить его работу. Док пытался улучшить отзывчивость пневмопривода. Здорово. Очень плавный отклик. Так, теперь настроим силу хватки протеза. Это лучше. По крайней мере, кости, пожимая руку, не сломает. Интересно. Вычисление Дока по системе пространственного отображения. Круто. Руки теперь будут ощущать окружение. Это поможет не... Настрою гироскоп руки на автоориентирование. Готово. Это поможет держать равновесие тем, кто будет носить протез. Док пытается уменьшить общее энергопотребление протеза.
Отлично. Так более рационально и безопасно. Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Работа значительно продвинулась. Я никогда не думал, что мы доработаем пневмопривод до нужного сопротивления, но Паркер... Ой, в прикладных науках у парня просто феноменальный дар. Когда я уже хотел заказывать очередную деталь на заводе, он принес из хозяйственного магазина растворитель и зубную щетку. И раз, пневмопривод... Над чем док работал с этим? Прекрасно. Похоже, еще один возможный материал для протеза. ВПС-гидрогель. Удачное решение. Наверное, ткани хорошо приживутся. Над чем док работал с этим? Хорошая проводимость, но я совсем не уверен в сроке службы. Может легко расслоиться. Док испытывал графен на биосовместимость. Так себе. Цитотоксичность велика. Я бы не решился делать из него имплант.
Надо подумать над организацией рабочего пространства. Паркер! Доктор Октавиус, я... Что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да. Это ты. Я не знаю, что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел. Но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. Да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. Не бойся. Я нем как рыба. Ну, я, пожалуй, пойду. Проверь почту. Надеюсь, док не уволить меня хочет. Питер. Белый паук? Должно сработать. Извините. Привет, Нью-Йорк! Ха-ха! Новый костюм, старый добрый я.
Человек-паук. Думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты... Посмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. Помню свое первое собеседование тут. Пришел в грязной рубашке, опоздал на 10 минут, ловил грабителя. Почему док решил меня нанять? Надеюсь, он не жалеет об этом. Питер, еще раз спасибо за анализ данных. Ой, простите. Мои преданные слушатели, щеткоголовые, как они зовут себя, хотя я и не понимаю почему, вспомнят, я предупреждал, что в городе устанавливают жуткую систему наблюдения за преступностью. Так вот она не работает. Почему, спросите вы? Потому что кто-то пришел в себя и понял, что нарушает гражданские права? Нет. Потому что эти некомпетентные бюрократы построили сеть, которая падает чаще, чем алкаш, идущий домой. Вот как они тратят ваши налоги. И никаких результатов. Это еще не самое худшее развитие событий в нашем мире, ребятки. Юрий, я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. А что они делают? Сейчас я это выясняю. Ха, док прислал сообщение. Похоже, новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Ух ты! Похоже, может сработать. Так, не могу прочитать. Почему я не взял очки? Шикарно! Доку понравится! Не верю, что Человек-паук победил. Ничего еще не закончено. Я знаю, но помню, когда был еще хулиганом, босс регулярно разделывал его под орех. Я думал, босс... Сегодня явно не твой.
Человек-паук! Ладно, нас готовы! Мочи его! Еще парни! Вытащите меня! Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Торговля оружием. Попробую перекрыть поставки. Кажется, они позвали друзей. Привет еще, парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Задайте ему! Воздухи не достать! Хреново паутина! Попал! Да ну! Так нечестно!
не помогут! Предлагаю сдаться добровольно. Нет? Еще, парни, а у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Добровольно. Нет? Сейчас будет бой! Еще, парни, а у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите.
ты не сдохнешь! Довольно. Нет? Держитесь! Мы должны его остановить! Открылся! Сейчас будет больно.
Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить мой навигатор на повышенную точность. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Пожалуй, я знаю, откуда начать. Здорово, док. Мы снова в деле. Предварительно. Если наш небольшой инцидент ускользнет от внимания мэра, будешь завтра на подгонке? Обязательно. Все пройдет хорошо. Мы изменим мир, док. Я согласен, и просто на отсутствие возгорания увидимся завтра, Питер. Нас ждет важный день. В чем дело? Кажется, эти грабители забыли позвать меня. Вы, наверное, не поймете, но финансовые проблемы. Старый добрый Empire State. Люблю этот город. А теперь фоточку. Так пойдет. Карта сейчас перенастроится. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. Надо поснимать другие достопримечательности. Это мистер Ли. Алло? Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе.
крутое окно. Но мне всегда казалось, что с этим местом что-то не так. Мистер Ли? Питер, у нас все готово. Ждем только тебя. Отлично, уже в пути. Настоящий шедевр. Простите, извините. Получилось. Я и забыл, как люблю фотографию. Красота! Идеально. Обернись. Покажи уже всем свое лицо, мерзкий злодей! Надо быть поаккуратнее с моими поклонниками. Мистер Маггинс! Если вы насчет аренды... Мистер Паркер, этот звонок – третье и последнее предупреждение. Процедура выселения... Подождите, у меня зарплата в конце недели. Я... Процедура выселения начнет... Кто-нибудь... Юрий, на этой стройке преступников не меньше, чем на острове Райкера. Мне не получить ордер на обыск. Если что, я тебя не прикрою. Ну, как всегда. Пушечек. Кто-нибудь. Выключаем. Кто-нибудь. Внимание. Это он.
И снова скрылся. Молодец, паучок. Кто здесь? А вы так ничего и не поняли. Я твою мать. Он здесь. Человек-паук. Научим его уважать нас. Припозднились вы! Ну ничего, по роже я вам надавать успею! Что это за фигня? Нет! Человек-паук, я подняла отчеты. На стройку приходят грузы из подставных компаний картеля. Они перевозят наркотики? Это они зря. Тебе подарочек! Отлично, подмога! Ребят, риска тут нет! Могли бы просто слинять! Опять подкрепление? Ну ладно бы вы хоть на клоунских машинках приезжали! Что ты делаешь?
Юрий, у меня тут кучка бандитов без сознания и новая модель наркотика в нетронутой упаковке. Отлично, я сочту это за анонимный звонок. Мистер Маггинс, это Питер Паркер. У меня зарплата в конце недели, яма. Процедура выселения начнется вечером в пятницу, если вы не погасите задолженность. Всего доброго. Ага, и вам. Сделано. Настоящий шедевр. Что надо?